тучи в бассейн. И ты смотришь в окно, а там дождь или снег. Тебе все равно. Не спеши грустить. Посмотри на себя, и я не вижу, где улыбка. Небольшая трапеза, то, что вы уже видите. Выступление наиболее отчаянных исполнителей. Ну, общение с себе подобными. Фото и видеосъемка. Надеюсь, вам понравится. Итак, мы начинаем. Воскресенье, радостный день. До сих пор не признан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций официально. Но это не мешает меломанам всего мира отмечать его 65-летнюю годовщину 13 апреля. Чтобы спасти тебя от ненужных заборов.
сказал классик в фильме «Операции Ы». Огласите весь список, пожалуйста. Я буду называть человека, человек встает, показывает, кто он такой. Итак, Матяшин Владимир. Встаньте. Гитара, вокал. Один из старейших наших участников этого движения. Ерастов Сергей. Пожалуйста. Нестеров Владимир. Валерий, извините. Нестеров Валерий. Да. Кулешов Сергей. Золотой голос города Подышада. Подисов Володя. Вот. Участник ансамбля «Живая вода». Малафеев Владимир. Наш старожил тоже. Его прошу все помнить. Филимонов Стас. Вот этот человек с камерой. Красиво. Да. Артамонов Юрий. Гитара, вокал. Федор Сазанов. Кстати, пожалуйста, да. Улыбнись. Лукьянов Юрий, да, инструменты. Да. Гуревка. Александр Задоркин. Мастер на все руки, да. Федор Козлов. Вокал. Журналистика. Александр Дементьев. Владимир Ильин. Да. Саранцев Александр. Это уже новое поколение. Уже люди серьезно пошли. Андрей Охотин. Ну, у нас сегодня два, скажем так, гостя, которые прямого отношения к большому не имеют. Это гости коллеги нашего праздника Сергей Ворожцов. Богдан Сызган. И Вячеслав Новиков, город Ульяновск. Известный музыкант в городе, отличный певец и вообще музыкант, мастер на все руки. Ну и я вот, который с заплетающимся языком, Марк Привал. Гитара. Максим Филимонов из клавишных инструменты. Помогает им за недорого. Андрей Акутин на бас-гитаре. И бесплатно помогает. Дмитрий Пчелкин. Ну, да.
привычная мысль, там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Рожают детей.